50 лет с момента создания отмечают органы ценообразования Якутии. В рамках юбилейной даты в столице проходит третий съезд специалистов по ценообразованию муниципальных образований и регулируемых организаций республики. В рамках съезда участники обсудят вопросы по учету особенностей республики перед федеральными органами исполнительной власти по ценовой политике, проблемы по тарификации электроэнергии и долгосрочных тарифов, а также специалисты пройдут курсы и семинары. Государственный комитет по ценовой политике на сегодня регулирует цены и тарифы в интересах потребителей всего региона. В республике утверждены свыше 8 тысяч различных видов тарифов, ставок и размеров выплат. Будем рассматривать вопросы, проблемные вопросы регулирования тарифов на электрическую энергию. Их много. Будем рассматривать формирование тарифов такого крупного поставщика коммунальных услуг, как ГОП ЖКХ, который работает на большей части территории республики. Также нас ожидают со следующего года изменения, связанные с введением тарифов на твердые коммунальные отходы. Они вот с вывоза мусора, который считается жилищной услугой, перейдут в разряд коммунальных услуг. И это коснется всех потребителей, не только населения, вообще всех потребителей.